Всем привет! И сегодня расскажу немного о планах, вообще, что я собираюсь сделать. Я хочу стать стримершей, по крайней мере, просто попробовать. Вот так называется мой канал, просто кукла, не знаю почему, просто захотелось, просто. Буду стримить я в Fortnite, и, в принципе, буду стримить я на Твиче, в принципе, я как бы настроила ОБС для Твича. Посмотрим, получится или нет. Ну, как-то так. Аккаунт совершенно как бы такой пустой. Там была 23 дня назад, но при этом просто попробовать. Захотелось просто включить и просто. Вот. И все, кто как бы подписан на мой YouTube, пожалуйста, типа, переходите на мой Twitch, потому что я теперь буду еще снимать на Твиче. Так как 16 подписчиков это не дело, и надо перебираться на высший уровень. Так как оборудование для Твича у меня уже есть. Я купила микрофон. У меня есть даже игровое кресло. Да, ребята, скрипящего кресла больше не будет. Ну, тут есть немного скриптоваров, да, правда. Ну, ладно. В любом случае, я хочу начать стримить. Я хочу нормально уже как-то с Ютуба как бы не снимать вот эти вот видеоролики, которые просто будут зарабатывать по 40, по 50 просмотров, по 20, по 8, по 16. То есть в разнобой, когда нифига нету. Так как видеоролики про смолки, где я стараюсь очень типа сильно, как повысить FPS, они, конечно, набирают 40-50 просмотров, но в любом случае количество подписчиков на канале не увеличивается. И наоборот, только опускается до 16 подписчиков. Поэтому я перехожу на Twitch и посмотрим, как дела будут обстоять на Твиче уже. Пожелайте мне удачи, но сейчас я буду, наверное, начинать как бы готовиться к стриму. На этом все. Всем пока.